Ой, простите. Девушка, а можно не спать на ходу? Ну, вы тоже повнимательнее будьте. Люблю все красивое, изысканное, утонченное. Ну, на это есть как минимум три причины. Во-первых, вы нагрубили мне в аэропорту из-за мороженого. Попробуйте новый аромат, приходите мимо. Видел, проплачен сюжет. А, винограда, лучший нос России, все туда же. В общем, практически все согласны, кроме планеты красоты. Ради тебя я готов. И в какой-то степени твой подход, он не лишен логики, конечно. И если подойти к этой теме с философской точки зрения... Саша, я ничего не понимаю. Я тоже. Встреча через час. Я просто вам еще домой надо зайти переодеться. С кем это тебе встреча? Новой эры руковожу я. Это раз. Я тебя очень прошу, пожалуйста, не лезь ты не в свое дело. Это мое дело. Я отдала ему всю жизнь. И я не позволю его разрушить.
Санечка, ты у меня самый хороший, самый добрый, самый лучший, самый красивый. Спасибо тебе. Одним спасибо с этим не будешь. Я обожаю смотреть на город с высоты птичьего полета. Кстати, довольно странно, я не видела среди ваших снимков ни одного панорамного фото. Ураган. Маша. Что ты хотел? Ист, ну другого такого нет. Спасибо. Ну полно, полно, Саша. Я надеюсь, что вы позвали меня не для того, чтобы воспевать мои таланты. Куда? Я к Виноградову. А романтический ужин? Все потом. Надо оповестить мир о рождении нового шедевра. Какое безобразие, Марья Степановна. Неужели у нас действительно могло произойти нечто подобное? Нравится?